Весна наконец-то вступила в свои права. Самое время заняться спортом на свежем воздухе. Теперь староскольцы смогут делать это в комфортных условиях на стадионе «Промагра». Абсолютно бесплатно, ежедневно с 7 до 10 утра. Легкая пробежка на свежем воздухе под ласковым весенним солнцем. После затянувшейся зимы что может быть лучше? Татьяна Щелкунова, едва дождавшись первых теплых дней весны, вышла на старт. Сегодня вместо школьного стадиона она занимается на профессиональной легкоатлетической дорожке. Такую возможность абсолютно бесплатно всем староскольцам предоставила компания «Промагра». Это инициатива депутата Белгородской областной думы, председателя совета директоров АПК «Промагра» Константина Клюки, направлена на создание комфортных условий для всех желающих заниматься физической культурой на пользу своему здоровью. Сейчас уже тепло, как раз пора заниматься спортом. Я очень люблю бегать. Так как на школьном дворе не позволяет покрытие бегать очень твердо, а здесь очень удобно, для здоровья полезнее, мягкое покрытие. Очень здорово, что мы теперь можем побегать. Также можем с детьми, пока дети ходят на тренировку в футбол, а мы, вот мамы, можем пробежаться кружок. Не только легкой атлетикой или футболом можно заняться на стадионе «Промагра». С роликами, велосипедами, теннисной ракеткой или просто на утреннюю зарядку староскольцев приглашают целыми семьями. На сегодняшний день в городе очень мало мест, где можно было бы простому населению позаниматься физкультурой. Поэтому мы решили выделить специальное время, когда любой желающий сможет прийти на стадион «Промагра» и позаниматься спортом. Приходите с детьми, приходите с внуками. Для вас будет предоставлено и футбольное поле, и беговая дорожка, и теннисный корт, где вы всей семьей сможете уделить время спорту и своему здоровью. Я всегда поддерживаю свою спортивную форму и люблю все виды спорта. Сегодня хорошая погода, великолепная. Вот и я пришла сегодня на теннисный корт. Спорт – это что? Движение, общение, радость. Стадион «Промагра» теперь открыт бесплатно для всех желающих ежедневно с 7 до 10 утра. Дети на стадионе могут находиться только под присмотром родителей. Оксана Шиманович, Евгений Левошко, Ирина Чуликова, 9 канал.